Привет, друзья! Мы опять в моей ванной, поэтому освещение здесь довольно относительное. Мы сегодня с вами снимаем видео про первые впечатления. Сейчас вечер, сейчас пятница, я выгляжу соответствующим образом, поэтому игнорируйте меня. Но я решила снять для вас видео, и самое подходящее время для этого – это как раз вечер, потому что сейчас мы будем чистить зубы вот этой маленькой крошкой. Это твердая зубная паста от Lush, она называется Boom. Она у них вышла несколько месяцев назад, и я ее изначально покупала для своего мужа, и он ее несколько раз пробовал, сказал, что она классная. Я тоже давно хотела ее пробовать, потом я подумала, будет здорово попробовать ее в первый раз перед камерой для вас и показать свои первые впечатления, потому что вроде как она должна быть такая интересная. Ну, тем более натуральная зубная паста. В общем, я была заинтригована, я решила, что я хочу снять для вас первые впечатления. Так что сейчас мы с вами ее первый раз попробуем. Итак, вот как она выглядит. И вот что заявляет нам производитель. Встряхните мир вокруг себя, озарив его лучезарной улыбкой после того, как почистите зубы этой твердой пастой с активированным углем. Зубная паста с активированным углем – это паста. Она черная, поэтому, вы знаете, я люблю все, что черное. Так, сделано вручную с использованием свежих ингредиентов. Безвредный фосфат кальция, бикарбонат натрия, древесный уголь, винный камень, лаурол сарказин, сорбит, каолин, мелкокристаллическая морская соль, вкусовая добавка, персидское масло лайма, масло звездчатого аниса, масло черного перца, резиноид бензоина, порошок зеленого чая сорта ганпаудер, органический молотый чили, сахаринат натрия, цитраль, лимонан, компоненты эфирных масел. Я решила, что дам вам состав, просто чтобы вы понимали, что все натуральное, но на самом деле все натуральное. Так, способ применения. Положить таблетку между зубами, раздавить, намочить зубную щетку и почистить зубы, как вы это обычно делаете. Зубная таблетка начнет пениться, облегчая вам чистку зубов. Тщательно прополоскать рот. Интересно знать. Раскусите одну таблетку и ощутите во рту взрыв свежести аниса и черного перца с привкусом пряной колы. Да, я слышала, что тут вкус колы, и она пахнет как кола, поэтому это делает все еще лучше. Но свежесть аниса и черного перца – это самые свежие ароматы, которые я только могу представить. Пахнет классно. Так, сейчас я уберу волосы, и мы с вами начнем. Моя зубная щетка готова. Я готова. Поехали. Окей. Я закончила, я вся в пасте. Так, ну что, друзья, наша чистка зубов завершена. У нее интересный привкус, такой немножко, на самом деле, похож на колу, на какие-то пряности, и, возможно, это и есть анис и тот самый перец. Не знаю, ощущение довольно приятное. То есть есть ощущение, что зубы почищены, но при этом нет вот такого химического привкуса, как после обычной зубной пасты. Поэтому, возможно, оно того стоит. Эта паста, скажем так, не очень бюджетная. Она стоит 500, по-моему, 90 рублей, что-то такое. Но здесь вот какое-то количество таблеток, то есть ее должно хватить, я так полагаю, на пару-тройку месяцев. Я не могу на вид определить, сколько их здесь должно быть. Ну, не знаю, месяца на два, наверное, хватит, поэтому окей, я надеюсь, что она делает что-то хорошее для моих зубов. Также в моем данном видео с покупками я вам рассказывала, что вот эта вот твердая паста стала просто хитом среди моей семьи. Я всем ее подарила, потому что всем понравилась сама концепция какой-то натуральной твердой пасты. И я еще тогда вам сказала, что я очень хочу попробовать сама эту зубную пасту в первый раз перед камерой, и я это сделала. Мне было интересно, это я проверяла, не черные ли они, потому что пена была такая черная. Оу. У меня, кстати, раковина тоже немножко
немножко еще в этой пене, нужно будет ее отдельно помыть. Но, в общем, в любом случае, это довольно интересный опыт, интересное средство. Это довольно короткое видео, надеюсь, что вам все равно было интересно. Спасибо вам большое за просмотр. Если вы пробовали данную зубную пасту, то напишите мне, как она вам. У них сейчас есть разные ароматы, то есть есть Dirty, который супер-мега-мятный, есть Limelight с лаймом и еще несколько, есть Golden, что там такое, и она золотая, она прям блестит, то есть эти таблеточки золотистые, вот это из серии пасты, которую я хочу попробовать следующий, но пока это черная, как моя душа, да, поэтому, да, интересно. Интересный опыт. В общем, если пробовали, то напишите. Если вас это заинтриговало и вы будете пробовать, тоже напишите. Спасибо вам большое за просмотр. Я надеюсь, что вам было это все равно интересно. Это несколько новые видео для меня из серии «Вау, я пробую зубную пасту». Но я надеюсь, что вы не против. Поэтому все, друзья, люблю вас всех. Пока-пока.